О прививочном сертификате многие вспоминают лишь по требованию, говорят врачи. Профилактике серьезных болезней, таких как корь, вирусный гепатит и краснуха, не уделяют должного внимания. Вот и сегодня жительница Барнаула Валентина Воробьева ревакцинируется от COVID-19, вируса, который долгое время был в центре внимания. От прочих болячек, считает женщина, защищать себя нет нужды. Ну так, вроде бы я не сильно жалуюсь на то, что на болезни такие, чтобы... Ну хотя, да, это нужно и ставить прививки от гриппа и от прочего, от всех, вот, которые бы желательно. Национальный календарь прививок рекомендует взрослым единожды ставить вакцину от вирусного гепатита, а также кори и краснухи, каждые 10 лет от дифтерии столбняка и каждую осень от гриппа. Однако сознательных взрослых с каждым годом все меньше, говорят доктора. По-честному трудно приходит и без всякого желания. Но если вот на работу, например, они трудоустраиваются и с них требуют вот прививочный сертификат, они тогда быстренько приходят и, соответственно, мы эти прививочки с ними отрабатываем. А вот так добровольно? А добровольно-то я бы не сказала. Между тем, непривитая и не переболевшая ранее коклюшем семья из Барнаула оказалась в зоне риска. Заболели дети, сейчас проверяют их родителей. Специалисты отмечают, в стране наблюдается плохая эпидситуация по целому ряду бактериальных и вирусных патологий. А для заражения часто достаточно лишь однократного общения с носителем. При этом в зрелом возрасте целый ряд патологий переносится гораздо тяжелее, чем в детстве. Анна Рашагирова, Алексей Фризин. День с толком.